вот это старый бабушкин такой буфет, который был покрашен голубой эмалированной краской. И мой дядя его очистил. Сейчас он живет на даче. И теперь я затеваю коварный план, как его извлечь отсюда и к себе поставить. Ну классно же. Nice to be next to you. А второй экспонат это вот такой вот. Даже не знаю, как это правильно назвать. Маленький, как комодик, наверное. На деревне дерево красит красный, ой, голубой эмалированной краской. Что, нажимать? Пока нет, я скажу. А я не вижу уже. Я ж в очках. Ну давай еще раз. Давай. Спина прямая. Спина прямая. Красиво. А если сюда чуть-чуть лицо повернуть, нет? Так вот. Ага, вот так вот. Иди проверять все, я еще раз. На кому у нее, наверное, снимается, да? Да. Ну давай, прыгай, я тебя в полете. Да, не успела, не знаю. Давай. Проверяй, что там я тебя фотографирую.